Одно падает. Да. Ты видео снимаешь? Да. Что необычное точно, как бы первый раз такое вижу. Привет. Че, самолет летит, а это ты видишь, каких сколько много? Что наши стрелки подбегают. Так вот сейчас оно, понимаешь, вот когда оно, тот раз перед тем, как оно запряталось, еще вот такое вот подплыло к нему, потом спряталось. Теперь вот это когда падало, оно, знаешь, как звезда, ну как вот метеорит летит. Оно и прям... что, типа падало на землю? Ну оно как бы так, да, вот медленно. О, смотри, летит вон. А, вот еще что-то приближается к нему, да. Вот это вот летит уже третье. И они что, собираются в кучку типа? Я не знаю. Ну вот третья эта штука, третий раз вот это слева приближается. Вот, оно что-то... Да, типа как в одну кучку убило. Да. Видел, даже вспышка как да, была? Да, да, да. Теперь смотри, вот одно падает. Поменяй. Да. Ты видео снимаешь? Да. А ты близко можешь снять? Да, я максимально приблизил, у меня больше нету. Но вот это уже второй раз оно вот от вниз спускается. То есть, в принципе, как бы, да, даже на военные самолеты даже не похоже. Они, Саш, во-первых, нету такого. Не, ну как бы много огоньков. А что, военный самолет может зависнуть, Миш? Зависнуть. Что-то не похоже. Нет, хотя, в принципе, современные могут. Да ну, Саш. Я видел. Да? Я как был в Москве, там их новые самолеты, они просто так над землей стрелой так становились, зависали. Блин, такое излучение просто, да, такой яркий свет, они тоже давать не могут.